Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить Infinity Halo. Halo Infinity. Всем приятного просмотра и хорошего вам настроения. Так, продолжаем, ребят. Нам надо, значит, добыть все данные из маяков, которые нужно найти. Два из них мы нашли и данные выкрали. Еще осталось два. Осталось два маяка. Как бы не очень, конечно, они близко находятся. Один здесь находится и здесь. То есть осталось два у нас. И нам надо потом отправиться сюда. Следовательно, скорее всего, открыть ворота к этому центру, наверное. Вот так. Так, погнали на машинке. Так как ехать далековато. Турбо на духу рубаем. Так, стоп, 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 стоп. Ну-ка, погоди. 78. Хотя, в принципе, нормально пойдет. Какие-то пташки тут непонятные. О! Ни хрена. Я чуть даже не подумал, что есть. Ребятки, вы тут что делать? Чё тут забыли? Ё-моё, это что такое было? Не успел даже сесть. Это было нехорошо. Так, погоди, я их... А, всё понял. Да, мы хотели дальше, но там... Так, давай-то я сейчас уничтожим их. И погоня, как говорится, погоня. Так, а здесь что такое у нас? Во-во-во-во-во-во! Все кончено, демон! Пошел отсюда! Что-то я не туда, короче, вернул, как говорится. Так, а где на карте я нахожусь? А, понятно. Тут, то есть, туннель. Я понял. Маяк. Ага. Так, окей, но нам... Тут ничего не надо, так что валим отсюда. Так, единственное, что я хотел посмотреть, это здесь у них пушки тут должны быть. А у них пушки разного рода, кстати говоря. Так, это тоже... Ну, такое себе, конечно, дело. Пушечка, пушечка, это, конечно, хорошо. Мне кажется, это лучше, наверное, будет. Так, отлично, у нас новый транспорт. Погнали. Тихо, тихо, я понимаю, турбо, конечно, дела, все такое. Так, нам туда, да? Далековато, конечно. Но это возможно. Так, ну я так полагаю, нам здесь надо. Ты? А ты кто? Понятно, девушка, никто. Зачем так говорить? Ты кто? Повсюду тут чуваков-то прямо. Ой. Здорово. Братуха. Да, у меня братуха. Фига себе, это что такое было? Так, а мне интересно, что он здесь. А ты контейнер. Ну. А, контейнер Йоллернер. Так. Тихо, 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 тихо. Кто там?
Вау, 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 вау. Ни хрена. Я тоже горю. Козел, блин. Подтаранил машину. Вот так вот решили мы тут отдохнуть, как говорится. Так, мне надо как бы ту сторону вообще. Вот ублюдки, смотри, что делают. Ничего себе. Так, окей. Вопрос только, можно мне ли туда вернуться? А, слушай, мы можем спуститься вполне. Конечно, не знаю, как это... Я засекла мощный сигнал, исходящий от базы изгнанников на этом утёсе. Ага. Судя по сигнатуре, он связан с Петтичем. Дать ты что, серьёзно? Двигаемся туда. Нужно больше данных, чтобы восстановить последовательность. Поищем остальные маяки. Ну а мы что делаем, по-твоему? Перемудой занимаемся, что ли? Как-то... Ну, он понятно, что он так не доберется. Юп! Юп! Где наш аппарат? Осторожно обращайтесь с артефактами! Давай. Станет? Братан, у нас все на мази, не парься. Так, вопрос только... А, на ту сторону. Слушай, а мы вообще правильно едем-то? Что-то мы вообще не туда угнали. Нам надо обратно. На ту сторону. Одобрены плановые раскопки. Всяко решение. Так, на ту сторону, да? Слушай, ну уже, в принципе, спустились почти. Ладно, нам нужно спускаться. Тихо, 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 брат, тихо, тихо. Какая-то херня непонятная вообще летает. Вау, 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 вау. Я, конечно, понимаю, но нам не обязательно... Воу, 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 воу. Я понял. Быстро. Угу. А по-другому нам не пройти, в принципе, уже. Раз мы тут решили. Понятно, мы просто выше, ниже находимся. Воу! Ага.
А, чёрт! Ладно, придется бежать. По старинке, по старинке. Я понял, 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 чуваки. Я все понял. Я ухожу, 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 ухожу. Надеюсь, они преследуют, тебя не будут. Просто я не вижу смысла на них время тратить. Ну, что за пушка такая? Понятно. Херня какая-то. Херня какая-то. Херня. Так, Чиф, рядом. Давай захватим эту базу. Какую базу там у меня? А, это что? Это хороший прикол. Нахватить базу. Здорово, чуваки. Как дела? Йоу. Кто там стреляет? Вау, братаны. Тихо. Сразите демона. Здорово. Вау. Тихо. Братья. Блин. Сзади прям. Сзади. Ну ты гад, а. Базу нам по-любому надо захватить, ребят. Это обязательно. Тебе не узнать вкус победы. Только вкус крови. Броня пробита. Так, погоди. Можем что делать? А рядом враги. Ух ты, блин. Шиф, ну ты чё, Шиф? Пшивый козёл. Здесь человек. Огонь. Граната. Кое-кто убит. Вау. Сейчас ты познаешь настоящую боль. Где тут? Вон там. Трус или ты? Вау. Ну, прана из повсюду прям. Что ж так? Что это? Так и так, я, что там такое? Где что-то? А, ну, давай. Сила! Иду огонь по человеку! Да блин, вообще на кусочки меня схерачил. Блин, вообще тушняк какой-то.
Ты чё, братан, блин, ну я ж по-дружески. И все дела, и все довольны. Здорово. Опа. Спасибо, чувак. Пошел туда, козел. Спасибо, друбан. Спасибо, друбан. Спасибо. Вау, 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 вау. Ну и кто тут еще? Все чисто? Кого тут зафигачить, братаны? А, на тебе, братан, да еще, блин. Кто там еще? А, вы там, маленькие пингвинята. О-о-о, я понял, понял, понял. Вау-вау-вау-вау-вау. Сейчас взорвется там все. Что там? Так. Ты, блин, какая же бухнешь ты, кат. Опа. Так, 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 так. А, вот оно где. Ага, вот здесь сейчас всех уничтожим. Изгнанники уничтожены. База Хоутел готова к освобождению. Ну хорошо. Освободим. Отлично. База наша. Еще одна база наша. Ее построили на поле одного из самых ожесточенных сражений в первые 48 часов. Да ладно, я понял, все, не надо мне. Судя по записям наших бойцов и изгнанников, здесь говорить. Царил полный хаос. О, слушай, она шли повсюду. Это же пушка. Но самые напряженные развернулись на острове к северу от нас. Там, где нас сбили, если помнишь. Угу. Нужно найти еще несколько маяков, чтобы завершить последовательность предтеч. Так, где блин. Следующий? А где тут этот космопорт? Вон он. Я что-то испугался прям. Ну, их покруче парад. Так, нам теперь туда. Тихо, тихо, брат. Ну да, я так полагаю, сюда можно, да? Тихо, братан, тихо, братан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вы чё такое? Чё такое? Откуда? Хрена себе! Это как-то жестко, ребят, жестко вы играете. Не понял, ты чё сопляк делаешь? Пошёл отсюда. Так, погоди, нам отсюда можно вообще? Блин, как-то не очень удобно. Вау, чёрт! А, вот здесь можно. Блин, кто меня там подбил-то вообще? Вы чё? Хрена себе. Ну ладно, вот здесь можно. Вот он, вот этот. Так, вот тут мост. Тихо, тихо, брат, тихо. Погнали теперь, все на мой на мосту. Тихо, братан, тихо.
Так, ну, туда. Воу-воу-воу. Стоп. Наконец-то, блин. Здесь рядом маяк. Надо заглянуть. Отряд выкинул. Выкинули отряд. На, братан. Воу! Уходим. Знаешь, сколько людей я убил? Пошел отсюда, козел. Так, мы, у нас вообще машина нормальная. А, о, наши чуваки тут помогают нам. Вообще красавцы прям. Да? Круто. Ого. Это что такое? Не пойму. Ты кто такой? Брат. А, какой-то робот крутой. В скафандре. Фига себе крутой чувачок. А, вон там еще один. Кто сражается против моих воинов, уцелеть не мог. Вообще жестко прям тут. Я так понимаю, прям знает, что он делает, да? Ни хрена. А это так должно вот так летать. Охренеть. Я не думаю, что там где-то оттуда наверху нет. Мне кажется, вряд ли. Не должно вот так быть. Вообще не должно быть. Так, он там. Полагаю, мы грохнули его. Офигеть. Воу. Какая-то мягкая игрушка летает. Да. Тогда сейчас уберем этого, а потом... Ух ты! Вау! Да чтоб тебя! Помощник тут позвали, показывал, гонял. А, вот он. Ублюдок. А, это мой чел. Я-то не пойму. Кто это? Ё-моё, это что такое?
Ага. Так, уходим, ребята. Так, есть. Придется так валить. Да чтоб тебя. Слушай, а я чё один вообще? Не пойму. Блин, мне бы, конечно, здорового где-нибудь взять бы. Не пойму, а где мои помощники вообще? Всех расхера начали. Не понял. Так, а погоди, я могу его там наверх, в принципе? Мне ж по-любому надо спалить. Так получится. Тихо, тихо, братья. Так, окей. Так, на здесь я не смогу попасть. Мне по-любому надо вниз открыть. О, дай-ка сюда. Какую-то. Блин. Сейчас, погоди. Ну, в принципе, оружия хватит. Я думаю, может быть, хватит. Что-то такое себе. Какая-то херня вообще. Так, окей. Странно. Ты задолбал бегать, ты дебил. Вообще какая-то хрень, если честно. Так, остались теперь эти дебилы, по идее.
Так, что у меня еще есть? Херня. Блин, они своей броней тут долбали. Хер что за больше. Так, а у меня что еще есть? Есть еще есть пушек? И тут еще тоже. О, во, я ухожу. Тихо. Блин, не хочу сзади к нему подойти прям. Так, погоди-ка. Один остался, поди, да? Так, где моя пушка здесь была? А, соточками, да? Блин. Какой-то реально жесткий. А, слушай, остался. Да чтоб тебя. Я просто собрать. О, всего-то надо было. Блин, оружие, короче, тут потерял, да? Оф, все позади. Блин, вообще херово. Тут, конечно, хреновенько. Такую пушку потерять. Так, ну хотя бы что-нибудь собрать там можно, в принципе, здесь. Гранатики всякие, прочую всякую херню. А, во, погоди, вот она, походу. Да, давай. Это офигенная пушка. Дай мне минутку. Вот так. Я быстро управлюсь. Остался ведь последний. Сейчас. Все.
чем дело? Отвечай. Что случилось? Чиф, меня что-то отбросило. Просканировала. Какая-то защита. И исчезла. Ты уверена? Да. Видимо, какая-то система защиты. Пустяки. Ну да. Остался последний. Ну, какой-нибудь антивирус сейчас пихнули туда. В одно место. Так, окей. Остался у нас, по идее, последний маяк, да? И потом последовательность надо сделать. Допустить. Все нормально? Что там такое? Не знаю. Меня просканировали. Это что значит? Может, не страшно? Может? Или нет? Ты серьезно? Не переживай, мы справимся. Так, мы как бы далековато находимся, в принципе. Тоже далеко. Мне кажется, отсюда будет, наверное, ближе. Блин, чего ж так далеко-то? А мы же, блин, мы же могли захватить где-то еще базу. Так, вот здесь наша база, да? Так. Быстрое перемещение. Вместиться мы там не можем. Ну, давай, наверное, здесь. Может, поближе как-то будет. Да, давай сюда. А, вот так. Нет, каждым днем все сильнее. Так, окей. Теперь нам надо сейчас карту. Сюда. Последний маяк. Хрена, он неудобно так расположен, они были. Так, да, пополнили, да? Крутяк. Это хорошо. Теперь бы... Все, ребята, поможете мне? О, отлично. Теперь погнали. Привет. Выдвигаюсь. Так, на ту сторону нам-то надо сейчас спуститься на ту часть. Так, окей. А что такое? Я чисто... Ой-ой. Знаешь, промахнулись. Мне просто интересно, что там было такое? Враги явятся. Это вопрос времени. Тихо, ребят. Да я не стреляю, просто... Ладно, не важно. Так, вон там кто-то было. Вот это что такое? О! Вообще крутяк, а чё мы раньше эту тему не использовали? Классно. И не надо ничего, тут пару минут и готово. Транспорт прибывает по графику. Усилить охрану посадочной площадки.
Так, а мы... Сейчас, погоди. Вау! Хер там было. А, во. Так, ну все, там погнали. Мы у последнего маяка. Фига там точило. Там еще круче. Нормально. Мне просто интересно. А, вот рядом. Ну хорошо. Сейчас надо немножко. Вон там всякая херня летает. Кажется, там еще круче даже есть машина. Ничего себе. Мы у последнего маяка. Уже там серьезные машины у них. Блин, я тоже такое хочу. Прикольно. Ну, где-то надо сесть, походу. Мы у последнего маяка. Вау, бац. Так, нам бы как-нибудь тачку брать. Вон там. Воу-воу, дай-ка я заберусь к тебе, друг. Да, не, надо сначала всех этих мелких убить, а потом машины здесь забрать. Где-нибудь сесть. Братан, мы у последнего маяка. О, хорош. Мы собрали данные. Они, конечно, поразительны, но они по-прежнему не полны. Еще один маяк, и мы взломаем этот шлюз. Пац, пац. Честно, херен. Так, для перелета, да. Вообще отлично. Ну, не более того. В остальном херня. Мне надо, кажется, где-то там приземлиться. Мы у последнего маяка. Ё-моё.
трусишка спрятался в своей машине. Да не надо взлетать, что ты делаешь там, на нём? Мне бы тачу бы забрали, если честно. Человек здесь. Человек здесь. Здесь все. Так, вот это... Прям взрывает нормально. О, слушай, хорошо. Так, теперь мне надо уничтожить этого. Погоди, где он там? Чтобы они сюда не шли просто, все. Прямо спокойно здесь. Быстро ты справился. Путь чист. Да он так быстро? Фига себе. Крутяк. Не думал, что так быстро получится. У нас получилось. Самый быстрый нормальный, который мы захватили. Не то чтобы я была удивлена, просто... Ладно, неважно. Последний. О, это плохо. Это ловушка. Она пытается узнать, кто я, чтобы, используя меня, найти выход, запустить шпили. С помощью меня и смотрителя. Это плохо. Тогда стой. Дальше не пойдем. Не поможет. Она где-то рядом. Она ко мне подберется. Выбора нет. Я с тобой. Красный флаг. Никаких проблем. Прости, это я с ума схожу. Приступ паранойи. Чиф, ты мне что-то говорил? Нет, ничего. Нет, ничего. Хорошо. Мы нашли то, что нужно. Отлично, можно тут сваливать. Надо вернуться к шпилю. Теперь мы сможем обойти его систему защиты. Хорошо. Так, круто. Теперь нам сюда, как я полагаю. Угу. Так, хорошо. Так, ребят, давайте на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо, ребятам, за просмотр, за лайки, за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в паблик ВК, ставьте лайкосики, пишите в комментариях. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.